до 1 мая мы посеем зерно на кукурузу, у нас осталось 50 тысяч, мы по 12 тысяч сеем, у нас как раз мы укладываемся в эти дни. 1 мая мы завершим, 9 мая мы завершим основную севу кукурузы, у нас останется 70 тысяч кукурузы, которые сегодня площадя заняты подозимыми. Что касается социально-экономического положения, 97,8 по ВРП, 4% у нас нефтянка плюс транспортная система, это газопровод. Но сейчас мы наращиваем. Когда вы выйдете в ноль? Хотя в ноль бы... мы должны выйти по итогах деятельности. Ты даже не думай о том, что мы не должны в силу там каких-то психозовых пандемий или эпидемий сократить производство. Это исключено. Иного не дано. Да, мы сейчас работаем. Вот я даже по фарфору нашему заводу, что мы с вами были, полностью экспорт остановился, и на внутренний рынок работаем. Работаете на внутренний рынок, договаривайтесь, когда восстановится вся логистика и заработают соседи. Если у вас будут контракты на после пандемии поставки, ну так мы будем тогда вам думать, как помогать. А если вы будете сидеть и вот пандемия и прочее, дайте нам деньги. Никто не даст, это похоронить деньги. Вы прорабатываете рынки по всем направлениям, начиная от фарфорового завода и заканчивая Гомсельмашем.